Переключиться между членами отряда. Чтобы пройти дальше, Хоук и Талис должны одновременно нажать на переключатели на полу этой комнаты. Левой кнопкой мыши на портрете персонажа или левой кнопкой мыши на самом персонаже, чтобы переключиться. Окей, я не успел прочитать, игра убрала сообщение, хотя там была кнопка закрытия для чего-то. Ладно, проехали. Какая сложная головоломка, просто офигеть. Чё случилось? А, нет, я думал, все будет намного проще, окей. Так. Давайте попробуем так. Ага. Значит, все верно пошел. Опрокинутая статуя. Ага! А Хоук так может сделать? Да, видимо, тоже. Окей. Там еще сундук стоит. Можно как-то до сундука, наверное, добраться. Но это по-любому будет опциональный поход. И, вероятно, как-то там замудренно сделан. Хотя не факт, не факт, хотя нет. Стойте, факт, наверное. Здание обновлено. Ага. Давайте попробуем достать сундуки. Встанем на эти две. Ага. Хорошо, что двери не закрываются. Так было вообще плохо. А, окей. Придется, наверное, комбинацию искать. А, видимо, где-то здесь. Ха. Ничего не открывается. Странно. А где? Неужели сюда надо встать? Да. Что в сундуке-то хоть что-нибудь полезное? Эй! Я сундук? Почему сундук не мог взять? Настойка выносливости, артиллянский длинный меч, не нужно. Говно, 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 все говно. Ужас. Так, теперь идем сюда. Ну надо же узнать, что в сундуках, да? Я только не понял, как с квестом про этого чертова бегемота. Пройти, потому что, ну, вы сами видели, я все попытался сделать, ничего не... Что? Окей. А, Хоук ушел. Я думаю, что за фигня, почему ничего не движется? Почему, точнее, почему наоборот, все движется? О, перо. Не перо, а перо. Алло. Смотрите, она не хочет... Она не может взять. Упс, я её чё, запер? Да вроде бы нет. Почему я не могу взять перо? Вы серьезно? Дайте мне перо взять! Отлично! Игра не дает мне взять то, что я могу взять по праву. Вау. Может быть, надо куда-нибудь встать? Я не знаю, чтобы триггер сработал. Допустим, сюда и сюда. А? Уже не работает? Неожиданно. Так, теперь это не работает. Что за фигня? И почему я не могу взять перо? Не берется, смотрите. Да. Бак! И теперь я не могу выйти почему-то. Что за чушь?
Наверное, как-то так надо. Кто-нибудь понимает вообще, что вот сейчас происходит? Я не понял, если честно. Почему открывается это теперь? Чё, мне снова нужно пробежать все это? Весь этот лабиринт? Ну, видимо, вот так надо назад. Что за херня? Алло, гараж! Эй, игра, твою мать, я все то же самое сделал, что и в прошлый раз. Почему ты не открываешь мне дверь? Алло! Что за чудеса опять? Порнографии, серьезно? Я не хочу сражаться с вашими чертовыми багами. Может, у них логистика как-то не работает? Может быть, сюда надо встать? А. Теперь я могу все взять, смотрите. Как это тупо. А это-то нельзя взять? А, нет, нельзя. Идем сюда. Охереть, как все глупо сейчас было. Что дальше? I don't know. Люди X. Yes. Don't fret, my dear. Ну, почти угадал. Боярский. И три мушкетера. А, уже не три, уже до хрена мушкетеров. Чертовы каналии. Yes, this qualifies as wrong. It's not over yet. But it is over. I knew who you were the moment you arrived. Assassin. Assassin? I knew it. You did? You've been acting strangely ever since we arrived. Да, ты слишком похожа на женщину, хотя ты же мужик. Have you also deduced that your elven friend is Кюнари? Чего? А может, она еще и лупоглазая лягушка? А может быть, это еще тот самый бегемот, который сидит в этом... Почему музыка так громко играет? Что за чушь? It's complicated. Да, а вон тот вот... Вон тот вот тот бегемотик, который сидит в главном дворе, мой сын. А кто-нибудь мне объяснит, почему музыка сейчас громко играет? Что за... That's what I get for trusting so quickly. Look, I came to stop the heart from doing something we will all regret. He didn't. Leave him out of this. And waste all the effort I spent luring you here before the heart's arrival? Don't be foolish. Asse hasatra mas. Mas avas trasukulun. Take that. Okay, я все понял. А может быть, давайте поговорим на человеческом языке, на эфиопском? Ну, какой, какие там еще есть? Можно по пингвине так... Та-т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 а-
I expect answers to match. I live to please. You're angry, aren't you? Сбегать из тюрьмы? Никогда раньше не видел, не. The Duke didn't have us killed. That's gotta be worth something, right? Unless he has something worse planned. Давай воспользуемся этим временем. Да, поиграем в доминошки. Рыба!
Ну я тебе могу еще спеть про Караганду, куда я тебя потом отправлю. Или пойдешь ты в Единую Россию работать. Да, прикончить бы ее. Like drowning us in pickle juice. Ладно, пошутим. Разрядим остановку. I'm not so sure the Duke is a pickle sort of man. Really? I got the opposite impression completely. I think we're to be tortured by a giant elf in black leather named Maria. I don't forgive you. I am sorry. This didn't work out like I'd planned. Obviously. What was your plan exactly? The one I expected to find is named Salit, a member of the Ben Hasreth, the Heart of the Many. I was told he's here to sell secrets to the Orlesians, and I came to stop him. I suppose I was misinformed. Такие у них тайны вообще есть. So you came here to stop this Salit from betraying your people? You probably won't believe me, but this isn't a political mission. It's personal. What do you mean? Salit was my best Rathari, the one who recruited me into the Ben Hasreth. Офигеть, я вообще все понимаю. He's the one who saw my potential, convinced me that. Сутенер, что ли, он? Difference. It doesn't matter now. But you said he was selling secrets. He is, or at least he intends to. One last act of defiance. I can't let him do that. Not when he'll hurt so many others in the process. Чё, Кунари? Я дрался с Кунари, и спасибо, я знаю, что это такое. Жопу Кунари, серьезно. Not every Kunari is a soldier, you know. There are tens of thousands of farmers, artisans, да. People who have never hurt anyone. Гитлер был вообще прилежным мальчиком, отличником. They don't deserve what he's going to do to them. But it's more than my duty to stop Salit. It is my moral obligation. Моральный долг. Да. Долг любого мужчины сходить в армию. Ну, не в российскую армию, как бы российская армия это не армия, это российская армия. Но как-то никто не идет. Сердце многих. Что за сердце многих? Да, действительно, вот, мне интересно. You mentioned the heart of the many before, but you said it was the name of the jewel. It's also what Ben Hasreth means. Some people say we're enforcers, that keep the Kunari in line, but that's not it. It's hard to explain. Try. We're the soul of the Kune. We keep its spirit alive and protected. Енота? Вы душа енота? Я передам еноту, я знаком с ним. Not every Kunari agrees, nor do they always do what is best for all. The Ben Hasreth remind us of our common goal. Да. A common goal being subjugation. It's not always meant to end in violence. There are other paths. They do not all need to lead to the same destination. I probably don't sound very convincing. The way you're talking, it sounds like you're one of these, Ben Hasreth. I am, or I was. Whether I ever am again, I guess that remains to be seen. Is that why you're here? To redeem yourself? Not to them. Doubt is the path one walks to reach faith. To leave the path is to embrace blindness and abandon hope. Another Kunari proverb? She who swallows wisdom in tiny chunks avoids choking. So, did you really involve me just because I had an invitation? You were the only one on the invitation list who wasn't a personal friend of the Montfort family. And you're also the champion of Kirkwall and a Ferelden with no reason to love Orlais. Капец, ну у нее и причины. And what was going to happen when all this was over? I thank you, we go our separate ways. Не, служанкой будешь, совсем офигела. У меня дома грязно, иди подметай. Not exactly what I was expecting. Да, я мужик, а не гей. They don't quite do you justice. Perhaps if I'd done Чё, опять гейские шуточки ходили?
given you the respect you deserve. Nothing. Правильно. Как с любым негеем. Серьезно, это... Я сказал в этой... из этой игры столько раз гей, как... столько раз, сколько не говорил во всей своей жизни. За всю свою жизнь. So, everything you told me was a lie. Not everything. So I just missed the part where you're one of the people I drove out of Kirkwall. You don't need horns to embrace the Kune. What you need is a purpose, a belief in unity, in improving the lot, not only for your own people, but for everyone. You're talking about butchers out to destroy any sense of free will. I'm talking about fighting to make things better. By slaughtering anyone who disagrees with you. Because your people are so much better, I suppose? No one oppressed? No one left starving? Being Kunari doesn't automatically... А чё, чё, чё? Так и есть? Most Kunari don't even understand humans, why you act like you do. But I grew up among you. I understand perfectly well. Отлично! Кунари... приходишь к Кунари и говорят, убить его, всё! Вот, вот так вот они разбираются с людьми. И она что-то имеет против. Wait, aren't you here to kill someone for the Kunari? I never said I was killing him for the Kunari. So you're improving his lot, perhaps repeatedly. I know it's not easy to understand. After what the Aeroshock did, I hardly blame you. Реально. But just tell me, can you honestly say there's nothing to improve, nothing to strive for? Есть сладкий попкорн. We believe in striving together. We may stumble, but that doesn't mean we shouldn't try. Ну да, ты тоже вот ешь попкорн, ешь, ешь. Фига к тебе попадается попкорн, который не распух и не стал большим попкорненным, а остался кукурузным початком. И ты вот сидишь, зубы ломаешь и не можешь его съесть и плачешь. И вот я тоже согласен, что надо бороться за то, чтобы каждое зерно из кукурузы превращалось в настоящую попкорнину. Давайте бороться за это. Ладно, ты права, скажем. За попкорн надо бороться. I joined the Ben Hasras because I felt it meant something. Means something. You sound like you're trying to convince yourself. It's been a long time since I talked to anyone about it. I suppose it's not really a pleasant conversation. Только с моим мишкой Барни, которого я съела на завтрак. Так, что теперь? I assume you have some sort of plan. I always have a plan. A good one? Oh, ye of little faith. Да, мы тебя разрежем по кусочкам и протолкнем через решетку. Это как-то слишком жестоко вышло. Grace decides we would taste good in the soup. Or whatever he has planned. Any ideas? We didn't come here alone, remember? О, теперь играть за двоих остальных. I hate to say this, but I'm pretty sure we've been here before. Blast it! But we went left this time. We shouldn't have come through circles. Эти вообще заблудились. Oh, I wish I hadn't given that ball of twine to Daisy. You can't tell anyone about this. I mean it, Varric. Not a word. That's it. I'm officially tired of waiting to be rescued. Бестолковые засранцы. Как они вообще потерялись-то? Why didn't you just do that before? You said your friends were coming. Hawk! So, the rescue plan didn't work. I'm sure you've figured that out by now. Let's get out of here. So, back through the castle, then? There's a better way than fighting through the Duke's entire army. Нет, мы выберем сложный путь. Пойдем через всю армию. Your equipment talk? Тихой, тихой сапой. Then we should head for the caves. That's the way out I planned to take us through originally. Через пещеры? Ну, давай. We'll see. It's up to you which way you want to go, Hawk. I'll help you either way.